мы живем на планете Земля, и у нее, как и у нас, есть своя семья. Называется она Солнечная система. В этой системе живет 8 планет, которые вращаются вокруг звезды под названием Солнце. Давай проверим, насколько хорошо ты в них разбираешься. Покажи Марс. Вот он. Именно об этой планете снято большинство фантастических фильмов. И это неудивительно, ведь Марс – это первый кандидат на колонизацию его землянами. Полет Земли на Марс занимает около 3 месяцев в одну сторону. Покажи, где Земля. Вот она. Когда космонавты впервые увидели Землю из космоса, они прозвали ее «голубой планетой». 70% поверхности Земли покрыта водой. Единственным естественным спутником Земли является Луна. Покажи Нептун. Это он. Нептун – 8-я и самая дальняя от Солнца и Земли планета. Нептун – самая холодная планета в Солнечной системе. Температура тут опускается до минус 220 градусов, а ветра дуют со скоростью 2000 км в час. Где Уран? Вот он. Единственный космический аппарат, посетивший эту планету, летел к ней почти 10 лет, а солнечным лучам требуется 3 часа, чтобы достичь Урана. Покажи Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе, на которой вот уже 200 лет бушует огромный шторм, сопоставимый с размерами нашей планеты. Покажи Сатурн.
Это он. Несмотря на огромные размеры, Сатурн считается самой легкой планетой в Солнечной системе. Сутки на Сатурне длятся около 10 часов. Покажи, где Меркурий. Вот он. Это самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета. Расстояние между ними 58 миллионов километров. Температура днем на Меркурии достигает 430 градусов. Соответственно, живых организмов там нет. А где Венера? Вот она. Венера – это планета гроз. На этой планете постоянно идут дожди и гремят грозы. Вот только вместо воды выпадает серная кислота –